Всем привет! Итак, 1 августа у меня стартует тренинг по варианту, разменный вариант в защите каракан. Характеризуется следующими ходами. Ну и здесь мы будем изучать все ходы, за исключением хода c4. Понятно, что в турнирах запретить ход c4 мы не можем, но на этом тренинге ему уделять особое внимание не будем. Зачем изучать этот вариант? Ну, вообще, на доске стоит позиция карлсбадского варианта ферзевого гамбита с переменой цвета. То есть, пешечная структура именно такая. То есть, ставим пешку на c3, черную на e6. Понятно, что слон выходит за пешечную цепь. И это у нас в чистом виде карлсбад, только здесь лишний темп у стороны, которая в карлсбаде черными. Да? Разыгрывание этих структур является практически обязательным для всех шахматистов, которые играют черными ферзевый гамбит. Чаще всего белые в этой позиции играют слон d3. Так, уже огромное количество партий сыграно такими великими шахматистами современности, как Карлсон, Каруана, Аронян, Анант, Артемьев. Ну и множество других игроков. Там, Влад Федосеев. Чаще всего белые стремятся захватить пункт Е5 и атаковать на королевском фланге. У черных самым популярным планом является атака пешечного меньшинства путем Б5, Б4. Иногда они проводят F6, Е5, получая центр. Иногда они просто проводят Е5, получая изолированную пешку и соответствующие минусы и плюсы к позиции. Итак, еще раз, тренинг стартует 1 августа, то есть 1 августа стартует у нас предтренинговый турнир. Дальше с понедельника по пятницу будет изучение теоретических материалов, которые я вышлю. Подробнее про тренинг вы можете узнать. А, кстати, да, вот из расписания. Вот оно. Так, вот здесь, да. Сюда я должен показывать, да? Ну, закрывает доску сейчас. Ну и, как обычно, плюсы очевидны. Быстрое погружение в теории, проверка идей, с которыми вы ознакомились. Плюс совместный разбор и анализ партий с контролем 7 плюс 2. То есть, быстрее способа погрузиться в дебютную теорию я лично не знаю. Спасибо за внимание. Записывайтесь. А, стоимость, чуть не забыл. Стоимость стандартная. 2000 рублей для новичков. Для тех, кто принимал участие в 5 этапах любых тренингов, 1500. Ну и для тех, кто принимал участие в тренинге по разменному варианту защиты каракана. Такие тоже были у нас. 1. Все. Теперь уже точно спасибо за внимание. Записывайтесь.